Привет всем. Пришла еще одна посылка с Китая. Значит, это вот такой вот скальпель ножик. Вот такой с номером 11 само полотно. И вот такой вот с ним шел набор лезвий. Вот их у нас получается 5 штук. Сейчас проверим насчет остроты его. Так. Вроде бы как режет нормально. Так. И еще заказал вот такие вот полевые транзисторы мощные. RF-250 для моих поделок, 10 штук, значит, по цене очень дешевый, значит, у нас можно за эти деньги купить только 2 штучки, а я купил 10, думал, что они будут какие-нибудь бэушные, но, как видим, они новенькие. Ссылку на магазин, кстати, магазин, в этом магазине все эти радиокомпоненты намного дешевле, чем вот по всему Алиэкспрессу смотрел. Вот это случайно натыкнулся, нашел. Значит, ну вот видим, что он новый полностью. Так, и пришел вот такой вот микрофончик. Маленький, тоже дешевый. Насчет качества не знаю. Сейчас попробуем его подключить к камере. И будем смотреть, насколько изменяется звук. Так, вот такой вот у нас провод, где-то порядка метра, наверное. Ну, сам провод, конечно, жестковатенький такой. Вот тут такая имеется прищепка. Вот, сейчас посмотрим, что у них тут под мякушкой. Вот такой вот микрофончик. Тоже очень дешевый, брал, чтобы на камере можно было фокусировку делать, чтобы не было слышно. Итак, давайте проверим сам звук с микрофона. Ну, как слышно, это его прицепил на рубашку. Раз, два, три. Раз, два, три. И теперь так, раз, два, три. Ну все, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. Все, пока-пока.